Доброго здоровья, уважаемые телезрители. Продолжаем опыты по вечному двигателю. Пробуем разные варианты, чтобы как бы добиться того, что он работает без остановки. Значит, пробуем вариант. Вот, видите, вариант. На это самое. Вот оно. Маховое колесо на двигателе. То есть применяется инерция для того, чтобы движение не останавливалось. Но когда энергия возвращается, чтобы оно не останавливалось. Проведем опыт. Запускаем систему. Так, сейчас, секунду. Возьмем часы, секундомер. Так. Секундомер. Онлайн-секундомер. Так. Проводим опыты. Итак, включаем. Колесо пошло крутиться. Как видите. Вот оно подошло к риске. Стартуем. Стоп. 5 секунд. Стартуем. Вот идет назад. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Стоп. 15 секунд назад, но продолжает вращение. Опять обнуляем. Стартуем. Вот, проработало 3 секунды на старте. Счетчик вот. Подбирается трансон, вращение, вот вращение идет. Назад, то есть 16 секунд доходит. Но самое главное, вращение-то идет. То есть мотор. Вот она уже стала на риске. Стала на риске. Так. Стоп. Включаем по новой. Пять секунд. Стоп. Обнулить. Назад. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Но вращение-то идет. Несмотря на то, что больше она, как говорится, возвращается на место. 20. Остановил. Останавливается, но не совсем. Стоп. Включаем по новой. Пошло. Выключаем. Ждем, когда на место ставит. Вращение уйдет. Вращение идет, то есть мотор работает как бы по инерции. Вращение идет, возвращаем назад, счетчик возвращает назад. Вращение идет. Видите, вращение идет. Продолжается вращение. В этом и суть. Чтобы шло вращение, но чтобы вращение было более лучше, это надо, значит, увеличим обороты двигателя. Ну, сейчас на 12 вольт. И увеличим маховое колесо. Вот он приостанавливается, но все-таки идет. Вращение идет.
назад. Еще чуть-чуть назад. А вот ты Бориску. Бориску. Это вращение продолжается. То есть стало на риску. Опять вращение идет, здесь смотрим. Стало по риске. Вот она. Продолжаем вращение. Остановили. Вращение идет. То есть оно вертится почти все время, не останавливаясь. И возвращает, возвращает назад. То есть надо работать. Продолжается вращение. Доработать что? Увеличить обороты. Увеличить это. Мощность. И маховик может. Побольше колесо. Вращение идет. То есть это принцип, это конечно не совершенно, но сам принцип вот такой. Вращение идет, видите, сам принцип этого всего. Поняли. Так что будем дорабатывать это все. То есть принцип понятен. Значит, в то время, когда вернулся, вот, видите. В то время продолжается вращение. Где-то чуть-чуть добавить, конечно. Побольше колесо, побольше скорость. Ну, это, как говорится, первая модель. Сегодня только, как говорится, собрал это все. То есть тут доработки много еще. Потом поставить реле, чтобы это вот не щелкать вот это, а реле там на определенное время. И, в принципе, система, как говорится, может работать. На этом заканчиваем. Ждите новых роликов, значит, будем продолжать систему совершенствовать для того, чтобы она, как показывала, наиболее мощная производительность, как говорится, и мощные результаты. До свидания.